Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Как обычно, обзорчик акций выходного дня. И сегодня должны быть интересные пакеты и накопления, интересные акции на выходные. Обычно базары топовые. Вот 1 плюс 1. Манс Галапаг. Сбежавшая оленя. Интересно посмотреть. Что тут есть? А, не показывает. Нету возможности. Вот было бы круто посмотреть, какие плюхи там даются вообще. О, настолочка есть. Новая настолочка, причем. С новыми камешками. Фига себе. За 8 попыток. За 8 этих. 3 камешка дают. Роза? Блин, ну, что я могу сказать? Круто. Это реально круто, ребят. Для бездонатов, кому повезет, это реально кайф. Халявная роза уже есть. Я думаю, на русском сервере сейчас посмотрим. Но это не точно. Ланд, проспектор. Так, что у нас тут? 300 камней за шамана. Ну, конечно, шаман. И 10 сундуков. Ну, тоже до 640, блядь. Сразу вспомнил черепа. Одержимый точно такой же может быть. Так, магазин. Магазин скидок. 30 карт за 10. Неплохо. Что еще тут добавили? Ложный. 10 камней. Новых камней нету. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Сменки. Кстати, надо будет поролить. Половить сменки. Опять, смотрите. Вот это вот кайф. Тебе жмакаешь, забираешь. Ну, если есть, конечно, такие. Эти что-то сегодня по единичке дает. Но, блин, как вспомогательная акция. Реально круто. Такс. Хорошо. Поехали, смотрим, что у нас тут есть на рынке. Вот эти вот паки плюсуются. 20 монеток. Пыльца. Пакеты накопления. Со скинами. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Вот 50 монет. Так. Хорошо это посмотрели. Поехали дальше. Ну, скажу, довольно-таки неплохо. Однозначно настолько радует. А, так, поехали на немецкий сервер. Чекнем, что там поменялось. Не поменялось. Ой, что-то не выспался я. Никак не одуплюсь. Такс. Астал Клэш. Нету никакой халявы. Через 6 часов сможем забрать. Ну, я не знаю. Я не соберу, наверное, как обычно, весь календарик. Я что-то не вижу победителей здесь. Реально их нет. О, 600 питомцев. Конечно, я питомцев лучше заберу сумки. Так, тоже есть настолка. Ну, тут такая же настолка. Я вчера ее показывал. Тут нету розы. А на английском, ребят, роза. Я надеюсь, что сейчас на русском сервере мы тоже это увидим.
Так, смотрим Тайвань. По крайней мере, я Вольта себе вытащил на сардельке. На русском сервере. Интересно, будет ли на русском роза, но это реально круто. Так, за один самоцвет наборчик. Тут каждые выходные такое. Наборы накоплений. Ну, такое себе. О, вот эти тоже наборы. Зефир. Но его можно намного проще собрать. Такс. Понятно. Так, тут у нас пират старенький. Больше ничего нет. Поехали, русский сервер посмотрим. Что нам интересного Ру приготовил? Подарок субботы. Бонусы, разбей яйца. Сокровищница. Олени. Настолка. О, есть настолка. Отлично, смотрим. Да, ребят, халявная роза на столочке. Круто. Блин. Дальше прошел немножко. Берем вот это. Ну, скин на розу 320 было, тоже не забрал. Ну, что я могу сказать? Хорош. Это реально круто. Халявная роза в настолке, это оно. Так. По рынку накопление такое себе. О, наборчик за один самоцвет, неплохо. Есть карточка, да. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, а вдруг что-то интересное выпадет. Ведьмочка. Такс. Что тут там? Самоцветов не хватит. Так, что у меня, кстати, я так и не посмотрел. Влад вчера спрашивал. 49 осколков Мэри. Ну, четвертая часть уже собрана. Я надеюсь, они к тому времени не поменяют. Купидонище с бесплатки. Ну, что я могу сказать. Так, поехали. Сделаем то, что мы делаем каждое утро. Такс. Комментарии. Ой, как хорошо. Кофеёк с утра. Есть. Народа все меньше и меньше участвует. Меньше огников надо. Все стали донатами. Такс. Поехали. Инженер, циклоп и ледяха. Смотрим. Ctrl-F. Инженера нет. Ледяного нет. Поциклоп. Да ладно. Синяя слизь, шаман. Синяя слизнь.
Певец не слизень. Акцию в парашу превратили. 100%. Королева гарпи, синяя слизень, и не слизень. Спектр силы, блядь. Блядь, странно, что не спектр головного мозга. Вот странно. Три студеных, наверное, все-таки от спектра головного мозга. Два синих. Короче, все тупо на синих. Ну, шляпа для бездоната, да, согласен. На русском вообще нету. Оборотень, топовые плюхи. Ведьма-морозница, ждите нору. Палач кристаллический, связь, репост, синяя слизнь. Вот такой себе тритон, синяя слизь. Короче, все на синюю слизнь. Ну, видите, сегодня синей слизни нету. В общем, такие вот дела, ребят. Надеюсь, кто-то розу вытащил с без донатов. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите завтра следующего розыгрыша. Всем удачи, всем пока.